Здравствуйте, уважаемые любители стратегии. Продолжаем играть за кордовский халифат в моде «Булатная сталь». Это уже 9-я серия, снятая для канала «Восход». В этой серии начнем с Сицилии. Тут крепость в одну стену. Это просто отлично. Нападаем, а этим отрядом мы штурмуем. Тут 308 человек, ветеранов доспехов, очень-очень сильная армия, три отряда. Также сильные нормандские рыцари на конях, ну и лучники. Также принц Романо, наследник. Ну что ж, надеюсь, победим. Начинаем. Нашими требюше. Разворачиваем войска. И начинаем битву. Немножко на скорости сделаем. Ну, посмотрим. Вот стена начинает ломаться. Посмотрим на наших противников. Вот они все в центре. Тут сгруппировались. Королевство Сицилия. И принц вот этот, наследник. Ну что ж. Вот три отряда. Самых сильных у них. В крепости. Ну что ж. Стена пока ломается. Отлично. Этих не забываем подводить. Этих тоже объединяем. Манганел тоже отдельно будем управлять. Командира в сторонку. Подводим армию. Уже 99%. Манганел тоже сюда. Уж вот, разбили. Наконец-то разбили. И идем в атаку. Уменьшаем скорость. Этими можно по этим пострелять. Хотя, в принципе, и нафиг не надо. Стоп.
не надо. Давай вперед, атакуем, атакуем, быстрее, быстрее. И несем потери, уже 2%. Происходит сражение, бьемся. Ух ты, извините. Ихние рыцари. Красавцы. Да. Красиво сделали очень мод. Российские программисты постарались. Семь на девять уже. Кстати, как тут битва происходит? Давайте атакуйте, шо вы? Не атакуйте. Стоят и все тут. Ну, гибнут, гибнут потихонечку. Что у нас тут? А тут у нас уже пусто. Пусто. Извините. Вот подкреп подошел. Хм. Давайте, сражайтесь. Погибает ихняя армия. Десять человек потерял уже, 11 наши, наш подкреп, 11 человек потерял, ну. Идем вперед. Погиб вражеский полководец принц Романо. И идем быстрым шагом, быстрым. Эти пускай сражаются здесь. Отлично. Бежали как-то неудачно.
наша армия идет уверенно в центр. Увеличим скорость. Уменьшим немножко. Что у нас тут? А тут якісь вояки. Якісь вояки, якісь копейщики. Ну, самое интересное происходит вот здесь. И наши войска дают жару. Жару ихним мощным копейщикам. Очень красиво сделано все. Вообще обалдеть. Одинка увеличиваем скорость. Ну и прорвались какие-то там. Какие-то там прорвались. Но, как говорится, мы их не должны запустить. Конница подоспела. Отлично. Отлично. Сейчас им будет харакири. Харакири и... Да, так оно и случилось. Переходим сюда. И тут осталось совсем чуть-чуть. Совсем. Обалдеть, просто обалдеть. Через 23 секунды крепость будет наша. Раз увеличиваем скорость, завершаем битву. Безоговорочная победа. У принца Романа 27 человек живых осталось, убили 281, потеряли 322 человека. Но это штурм, при штурме такое бывает, когда штурмуешь, потери больше. Еще одна крепость в нашем распоряжении. Это значит, можно нанимать больше войск. Больше денежек у нас будет. Естественно, ограбить поселение. Покраснел. Отремонтируем. Ремонт. Что у нас тут? Религиозный бунт. Религиозный бунт. Вот этих сюда, этих сюда, этих сюда, этих сюда, этих сюда, этих сюда.
будем отправлять обратно, переучивать вот этот отряд, побитый весь. Так, там строится. Можно что-то кого-то переобучить. Никого не переобучишь. Здесь построим конюшни эмира или стрельбище. Конюшни эмира. И наймем. Так, теперь наши агенты. Агенты тут гуляют где-то там. К тевтонцам, может, сходим. Поляки. Давайте торговый договор. Они согласны, естественно. Тут. Что тут происходит? Англичане приперлись к Кану. Давайте заключим торговый договор. Перемирие. Не хотят перемирия. Пойдем сюда. Разведку сделаем. Теперь... О, ход. Пошел ход. Сейчас видно будет две битвы с испанцами в Порту и в Толедо. Нам добавить денежек, надеюсь, уже где-то 1000 на 8-9 рассчитываю. Денежки нужны. Ну, как я и говорил, битва с испанцами. Но это будет уже в следующей серии, а также, скорее всего, битва с испанцами в Толедо. В общем, всем пока-пока. Встретимся в новой серии. До свидания.